Новогодний переполох на Самары ГИС, магия телевидения и волшебная сказка объединились. В студии новостей сотрудники телекомпаний и их уменьшенные и усовершенствованные копии. Мне бабушка шила платье, а с мамой мы выучили песню про маму. Когда приходишь на работу с таким пониманием, что а здесь будет праздник, и праздник не только для тебя, но и для твоего самого родного и близкого существа, это очень здорово. В гости к малышам пришли настоящие Дед Мороз и Снегурочка. И сразу закружили в хороводе и детей, и взрослых. Елочки, 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 пенечки, 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 елочки, пенечки. Мне понравилось, когда елочки-пенечки, очень интересная игра. И особенно, когда путают, и в самом быстром виде очень весело, интересно. Да? Да. Нам очень понравилось, я думаю, дети довольны, и нам приятно. Нужны. И сменить обстановку, спасибо большое. Очень классно, нужны. Весело было, да? К елке у родителей на работе дети готовились заранее. Мастерили поделки, учили стихи и даже репетировали музыкальные номера. Чарли. Кроме праздника, дети некоторые впервые побывали у родителей на работе и увидели, как же на самом деле люди попадают в телевизор. Дети и родители вместе работу посмотрели, как, где работают. Например, вот папа снимает вот сейчас нас. Привет, папа. Передавай привет папе. Привет. Сегодня зародилась наша новая традиция. Такие елки на ГИСе будут каждый год, потому что наши дети, они должны знать, чем занимаются их родители, должны уважать их профессию и должны просто гордиться тем, что такие замечательные их мамы и папы работают на нашем телеканале. Пусть придут в году грядущем вам удачи и успех. Пусть он будет самым лучшим, самым радостным для всех. Марина Матвеевна, Сергей Баскин, «События».